И всем здорово, ребятки, у микрофона, как всегда, с вами вы, и я продолжаю. Ой, то есть, что я продолжаю-то? Я начал в новую игрушку играть, вот. Это The Walking Dead All Stars. Так что, кто первый на канале, конечно же, подпишись, лайк, поставь коммент, напиши, вот. После тебя больше никого не было. Там еще остались выжившие. Помогите. Кто-нибудь, помогите. Должно быть, их окружили ходячие, мы должны им помочь. Лайк, друг, быстро поставь, там коммент напиши, им погнали. Помогите нам, если можете, у нас не хватает людей, способных сражаться. Сделаем. Выберите значок героя для размещения в бой. Чем такой крепкий зомби? Здесь можно посмотреть. Здоровая энергия героев. Как только у героя набирается постоянная энергия, можно использовать суперудар. Я понял. Эрик, сюда. Здесь кто-то кричал, где они все? Думаю, на краю моста. Хейли побежала в ту сторону. Скорее, нельзя отставать. Награда. Как, чё, как? Успел прочитать, Зои. Спасибо, да. Так, как ей удалось проскочить через толпу ходячих? Ну, ты же знаешь, какая она шустрая. Давай, времени в обрез. Погнали в бой. Это понятно все, в принципе, супер удар там. Круто, только, мне кажется, какие-то зомби крепкие очень. Жесть. Зои, Эрик, я здесь. Тут несколько людей, окружены ходячим. Если мы им не поможем, то все они погибнут. Ну так, вперед, помогаем. Так, погнали в бой. Так, я понял, я пока вообще ничего, друзья, не делаю, и брат все сама делает на первых лавах за меня. У меня сейчас сдохнет чел. Прикол. Так, у меня плюс один этот юнит, герой. New Survivor. Survivor. Господи, какой мой английский плохой. Ну ладно. Видите повышение уровня, чтобы усилить героя, окей. Не понял. Ну так я размещаю, что делать-то еще. Окей. Я просто туплю, недавно проснулся, ну ладно. А ничего так, что тут зомби какие-то очень сильные, я бы сказал, очень сильные. У меня просто юниты даже не прокачаны, не знаю, может мне прокачку дадут для них. Вот тут зомби просто расфигачивают моего одного танка на изи. Вы целы? Спасибо. Мы все в порядке. Не благодарите. В такие времена нужно обязательно помогать друг другу. Ой, подождите. Зои, Эрик, все эти люди их уже успели укусить. Назад, я о них позабочусь. Нет, пожалуйста. Пожалуйста.
Нет. Бах. 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 Жесть. Опа, это Иисус. Ничего. Я чего жалеть детей, если они укушены? Да, это было правильное решение. Мне давно не встречались люди, готовые рисковать жизнью ради незнакомцев. Нужно будет все рассказать. Рику. Интересно. Жесткие твари. А, игра опять за меня все играет, да? Или что? Ну ладно. Ладно. Знаешь, на них твое оглушение нифига не действует, я сейчас просто вот этого, да. Круто. Я понял. Окей, ну мы выжили. Полный бронежилет. Старый защитный шлем. Так, ивент это чё? Давай, получаем всё на халяву. Мобилизация. Я понял. Начислился ивент бинго, выполнить здание, получая особые награды, я понял. Я понял, окей. Так, ну теперь мне, наверное, надо прокачивать героев. Выжившие. Survivors. Так, Survivors. Крутые герои, наверное. Так, окей. Уникальные. Это уникальные. Я могу как-то, там, я не знаю, улучшать. Ни хрена себе. А, некоторые люди никогда не теряют надежды, даже в самые темные времена. Эрик один из таких людей. Всю свою взрослую жизнь Эрик проработал пожарным, ему уже под 40, но его потрясающе спортивное и мускулистое тело нет. На вид намного моложе, у него очень сильное развитие чувство справедливости, именно поэтому он спасти жизнь спасением беспомощных жертв от пожаров, ну а теперь и от мертвецов. Он был на дежурстве в тот момент, когда в экстренном выпуске по радио объявили о том, как люди начали жестоко истреблять других людей.
Потом загудела сирена, и бригада Эрика отправилась на место происшествия. У него в голове мелькнула мысль о том, что должно быть там какая-то забастовка, когда он привычным движением быстро забрался в пожарный грузовик. Он был совершенно не готов к тому, что ему предстояло увидеть. Эрик и его бригада сначала думали, что скоро подоспеют представители власти вместе с военными и возьмут ситуацию под контроль, но этого не произошло. Тогда Эрик попытался дозвониться о своей семье, но все городские линии к тому моменту уже были отключены. Один за другим пожарники выкинули свои посты и сломя голову бросились спасать своих родных. Эрик тоже подумал о своей семье, его жена, его 9-летняя дочь и 10-летний сынок. Он скочил в пожарную машину, чтобы вернуться на станцию. Но на глазами попалась семья, нуждающая в помощи. Он не мог просто так их бросить. Эрик помог им добраться до ближайшей станции. Экстренная медицинская помощь на скорой импровизированной горожанами. К этому времени вся пожарная бригада сбежалась, он остался один. Эрик смог добраться до дома только через несколько дней, не только с помощью той самой семьи, которую он спас, но его семьи нигде не было. Борясь с безудержным страхом, он обыскал весь дом, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, он увидел, что пропала большая сумка. Были взяты все съестные припасы из холодильника вместе с ними и пистолет, который он держал в сейфе в глубине шкафа. Он был уверен, что его жена наскоро собралась, взяла припасы и пистолет, пытаясь добраться до какого-нибудь безопасного места вместе с детьми. С тех пор прошло уже много времени, но Эрику так и не удалось найти свою семью, однако этот человек никогда не сдается. Он верит, что его семье удалось выжить, и он никогда не перестанет помогать людям. Он верит в круговорот добра и, помогая людям, знает, что они, в свою очередь, помогут другим, а может быть, ему самому в его семье. Блин, мне очень хочется читать эти сюжеты. Давайте, друзья, я пролистаю, вы сами прочитаете. На паузу поставите, прочитайте. Так, все, давайте мне награду и... Вот еще. Если бы мир не сошел с ума, Хелли была бы самой обычной школьницей. Ну, все по классике, да. А, ну понятно, почему он умирает. Это обычный чел. У меня вопрос, а как я могу... прокачать. Я типа никак не могу прокачивать, да, ничего. А можно мне получить? Окей. Я понял, тут ходячих. Значит, разрабы, в принципе, ходячих. The Walking Dead. Road to Survive. Дорога выживания. Ходячие мертвецы. Вот это тоже... Те же самые разрабы, тоже ходячие. Так. Центр управления, мне сказали. Повышать в центре управления. А где центр управления? У меня вопрос, где чертов центр управления? Окей, допустим, я нихера не нашел. Так, получим здесь награду. А, вот, повышение уровня. Нет ничего доступного, я понял. Так, а сколько это стоит?
Окей. Я чуть немного повысил. Здоровье, защита, атака. Так, давай прокачаем ее. Окей. Разрывной выстрел, круто. Так, окей, я понял. Ну все, я в принципе понял, как повышаются левелы. А, так есть, вот какая-то. На этого ничего нет. Окей, ладно, друзья, ну тогда я заканчиваю первую серию по The Walking Dead All Stars, вот. Так что, конечно же, подпишись на канал, лайк, поставь коммент, напиши, вот с тобой был Сёма Плей. Удачи тебе и по кусике.